Ну, что у тебя там? Вот, раз, что? Улица Новый Арбат. О, не то, давай. Дальше. Ну, ты сильнее я делаю. Яр. Угу. Магазин промокодов. Это уже у нас. Яра приболел чуть-чуть. Значит, не потом, не надо сейчас промокоды. Яр, закрой их. Следующее. Папу отправил. Улица. Квартира, студия, строящимся. Но это надо пересобрать. Поехали дальше. У тебя там на полмиллиона, а? Что? Угу. Что, ты на квартиру смотришь где? Вот, самолет. Вот улица Шаболок. Давай. Дело. Давай еще. У тебя еще есть стикер. Ну, аккуратно. Ты где делаешь, Яр? Вот стикер. Вот отсюда. Вот, Яр. По стикеру веди. Угу. Веди по стикеру. Не бросай. Вот. Это опять промокоды. Ага. Ой, не надо их. Давай. До конца веди сначала и до конца. Не сбрасывай. Ну, что там? Улица Земляной вал, самолет. У тебя вот только что, по-моему, была, нет она или другая? Я выпал. Просто проверим. Стой. Так, подожди, так, подожди. О, вот две. Осталось на Новослободской. Давай. Давай, ты еще ничего, давай. Игрок великий. Напиток добрый на выбор. О, можно. Потом, не надо сейчас получать, позже. Сейчас же ты не будешь. Давай, ты дома еще один. Ну что, магазин промокода, все. Все, мы промокоды сейчас не будем с тобой. Пока все, больше нету, да? Все, теперь тебе надо еще одну. Одну сюда, одну сюда. Ты еще ничего не выиграл пока до конца. Еще здесь вот Яндекс, промокод на 500 баллов. Здесь есть у тебя 100 тысяч. Мало, нет там, 50 тысяч, нет. Нет. В общем, вот так вот, ладненько, сейчас ждем папа. Давай, пей. Всем добрый вечер. Сегодня у нас 23 февраля. Я, честно говоря, никого... Ой, совсем темно, там совсем темно. Никого не поздравляла, ничего не писала. Я сегодня просто вот целый день. Ну, мы как бы кушать приготовили, прибрались в квартиру, забрали вещи, все перестирали, потому что вещей было очень много. Грязно все течет. За счет того, что там мы не стирали вообще ничего, просто вещи было так, чтобы, ну, одевали, снимали, я убирала, а сегодня пришлось все перестирывать полностью, поэтому целый день на стирке, целый день потом вот готовили, отдыхали, правда, надо садиться за компьютер, скинули всю информацию, ну, уже пока этот фильм выйдет, уже будет вам тоже, у вас будет, как говорится, понятие, где мы были, что мы были, как это было, все-таки, конечно, я уже скучаю, мне уже плохо, но это жизнь. Человеку должны отпускать. Мы детей отпускаем всегда. А они должны жить свою жизнь. Вот. Я на связи, я поддерживаю. Сказала, что всегда поддержу. Всегда буду на твоей стороне. Но, конечно, жить, строить надо самостоятельно. Тем более, пока, как говорится, мы в силах, мы живы, пока мы можем помогать. Вот. Я сейчас вышла, мне валились. Я брала спортивные. Там такие... Вау, ритузы. Обалдеть, чуть-чуть не убилась. Ой, гололед. Потом покажу, приду. Ой, так как моя вся жизнь связана очень плотно со спортом, со
спортивную организацию, с организацией праздников, мероприятий, даже не праздников, а мероприятий таких спортивных. Оп. Так, везде. Вроде все течет, и в то же время гололед. Вот, поэтому как бы мне с одной стороны брюки нужны, спортивные, такие ритузы, и у нас есть занятия. Вот, взяла себе лосины в рубчик, мне так хотелось давно их. Ну, не знаю, я пока не мерила, ничего, там приду померю, покажу. Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас хочу зайти в Ашан, вот так. Посмотреть, может, что-то из овощей. Я их не из овощей, из фруктов. А, может быть, апельсины или мандарины, или что еще может быть. Все. Может быть, хурма, если она недорогая. А так, в принципе, все. Такие наши новости. Сейчас опять буду садиться. Я посмотрела, уже опять 35 дней нет фильмов. Но издержки производства. Я даже вот мы уезжали. Я считаю, что 3 дня была в дороге с Эмилькой. 19, 20, 21, 22. Даже 4 дня. Мне постоянно надо было что-то делать, потому что соцсети, жизнь, она идет. Даже с головной болью меня попросили. Я монтировала ролик, монтировала видео. А потом и по работе своей монтировала видео на телефоне. И делала логотипы. Ну, в общем-то, продолжалась все равно вся работа. Было много. Я сегодня просто дала себе передышку. Я так много делаю. Я просто отвисаю от компьютера. И к нему не подхожу. Была на чатах, была на связи. Но загружала то, что уже было, но не заходила, ничего не монтировала, ничего не делала нового. Сейчас надо будет садиться или сегодня, или уже завтра с утра сяду, завтра суббота, но я остаюсь дома, за дома не иду, потому что у меня вот это брямбля, ну, вроде как не хочется. Буду долечиваться уже до понедельника. Немножко покажу по ценникам. У нас апельсины 119, мандарин 109, но они мне уже не нравятся. Я всегда их проверяю, вот так вот делаю, и они очень жесткие. И пахнут таким непонятным. В тот раз мы взяли, практически выкинули, они кислые были. А вот апельсинов я выберу. Особенно, когда вот такими они попами. Они всегда бывают очень сладкие, вкусные. У нас апельсины едят все. Я это 100%, Андрей и Ярик в том числе. Ему тоже нравятся апельсины. Я чищу и он ест, чтобы лицо не разъедало. Вот. Вот такие попки. Это стабильно. Прям сладкие, сладкие апельсины. Сейчас положу. Потому что нам завтра целый день с Яськой вдвоем. Будем хомячить. Что еще делать? Авокадо подорожало. Авокадо мне нравится, но не нравится цена его. Так, 4 апельсина хватит. Еще что? Наверное, хурма, но хурма дорогая, зараза. Хурма, хурма, хурма. А, свеча. Вот это мне такая не нравится, она мятая. А вот это 229 дороже. Поэтому я не буду брать так ценники. Киви. Кстати, киви хорошенькая. Могут пару штук киви взять. Но Яра как-то киви не очень. Не буду. Яблоки у нас тоже есть, надо доедать. Авокадо. Упаковка 2 штуки 180 рублей. Дорого. Вот это 2 штучки 180 рублей. Я брала в Москве. Перекрестке один такой прям большой. Он вышел у меня на 100 рублей. Был вкусный прям. Ну, я его на работе и съела. Еще вот такие бывают тоже. Я их часто беру. 700 грамм. Но оно получается килограмм. 439 дорого, и они уже мягкие. Так, груши. Китайские. Вот эти вы еще груши, но она совсем жесткая. Можно взять. Что взять? Можно взять капусту. Капусту тоже мы постоянно едим. Лук. Мы
Масловцы и все. Голову. Хорошие яблочки, но у нас там есть, надо доесть, а то я их там заброшу и не буду потом кушать. Кстати, вот этот салат тоже мне нравится, салат очень делать, но у нас тоже есть, поэтому я вообще решила доедать все, что есть. Еще я прям очень сильно испачкала свою куртку. Мы там вот с Ярикой гуляли. Яра испачкала свою куртку. Сейчас я его поставлю. Она у него темная, а у меня вот этот белый новый пуховик. И он весь вот в таком виде обтерся в его куртку. В общем, ужас. Теперь я даже не знаю, что делать. Так, кстати, вот этот чай мне очень понравился. Вот. Еще что, но они подорожали, были дешевле. Здесь яблоко, розмарин. Можжевельник. Ну, не буду брать. Потому что они были дешевле по 95, если раньше. Вот. Беру здесь кофе часто. Вот сейчас опять, кстати, хорошая скидка. Монарх, оригинал. Но у нас еще есть пока пачка. Монарх. $200. То есть получается самое дешевое. Монарх, оригинал. Ну, тоже монарх. О, вот, кстати. 270 грамм, килограмм. 2181. А здесь 2400. Подороже. А здесь 2180. Ну, кстати, одинаково. Так что возьму вот эту банку большую. 270 граммовую. В принципе, выходит то же самое, что... Да, 21,80. Здесь полкило. 1000 рублей, а здесь 270 грамм 500. Да, она дешевле, потому что мы много пьем, и мне для работы, кстати. Мы на работе тоже прям много пьем. Так, и возьму сейчас аштало одно. Антистресс, а это что? Кисловодная целеб. Не, вот это хорошо. Мне это нравится, но есть другая, другой сейчас и нет. Сюда иду еще тут делать. И, кстати, будет 179, но я сейчас возьму. Здесь получается 150 грамм. Здесь барни 3, 5 штук по 30 грамм, 150 грамм. 99 рублей. А здесь получается 400 грамм. Полкило 179, но килограмм выходит 449. То есть оно даже выгоднее. В принципе...